Привет, вы на канале Даша Вопросик. И сегодня я вам покажу, как сделать чай одной дома. Для начала берем чайник. Вот мой чайник. Наливаем в него воды. Я из-под крана наливаю. Я уже налила воды в чайник. И теперь нажимаю на эту кнопку. Нажали. Ждем. Ждем. А, нет, пока что мы можем все подготовить. Так, смотрите. Если у вас нет заварки, то используйте чайный пакетик, приготовьте. А если нет чайного пакетика на заварка, то я вам покажу, как делать. Ну, в общем, я вам покажу и тот способ, так что не волнуйтесь. Я уже устала его ждать. Он так делает. Он так шумит. Давай же! Давай! Давай! Вот я! Где я? Где я? Привет! Привет! Вы на канале Даша Вопросик! Сейчас обратно кнопочка опустится. Надеюсь. Да, да, надеюсь. Да, вот она кнопочка. Вот она. Голубенькая. Давай. Ну давай. Ай-яй-яй-яй. Давай. Давай, мы тебя ждем, родненький. Давай. Да, все, сейчас. Уже надоело ждать. Там что-то горит. Пар. Честно, я немножко штука. Ну и жарко. Давайте 5-10 минут подождем, пока немножко остынет. А то, мне кажется... Да, давайте подождем немножко. Уже прошло 5-10 минут, и я думаю, уже можно наливать. Берем чайничек. Чайничуще. И наливаем. Итак, у кого чайный пакетик, наливаем до конца. А у кого есть заварка, у того наполовину. Я наполовину, потому что у меня есть заварка. Итак, берем заварочку и наливаем ее еще. Да, вот так. Все, налили. Теперь берем ложечку. Протираем ее, если она сырая. Сахар берем. И насыпаем. Перемешиваем. В это время закрываем сахар.
Все, его этот чай можно нести на стол. Доставать сельские печенюшки, сладости и есть. Всем пока, вы были на канале Даша Вопросик. Попробуй сейчас этот чай. Очень вкусный. Всем пока, вы были на канале Даша Вопросик. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока, я вас целую.